Более 500 литров сокрытого спирта выявили сотрудники отделения по борьбе с нарушениями таможенного законодательства Бендерской таможни. Минивэн, перевозивший груз, следовал из Молдовы через таможенный пункт пропуска Бендеры-Кишинев. Однако водитель не заявил таможникам о наличии товара. Емкости со спиртом удалось найти только после повторного досмотра транспортного средства, проведенного с применением технических средств. Специально изготовленная емкость для перевозки спирта была встроена в конструкцию автомобиля таким образом, что при первоначальном визуальном осмотре ее обнаружить было невозможно. Однако оперативники ее нашли. Опрошенный нарушитель пояснил, что данный товар, спирт, он перемещал из Молдовы на территорию Республики Украина, где цена на него значительно выше. В рамках административного разбирательства по делу о перемещении товара с сокрытием от таможенного контроля уже произведена его товароведческая экспертиза. Кроме того, предстоит и техническая экспертиза автомобиля с привлечением квалифицированных специалистов. Нарушителю таможенного законодательства грозит не только штраф в размере до полной стоимости скрытого товара, но и конфискация транспортного средства со специально изготовленным тайником.